Это мастерская тестов. Лучшие тесты на эрудицию. Национальным продуктом какой страны является сюрстрёминг? Дания, Швеция, Норвегия или Финляндия? Сюрстрёминг – это шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную сельдь. На каком языке разговаривают в Бразилии? На испанском, итальянском, бразильском или португальском? На португальском. К какой стране относится Нормандия? К США, Италии, Франции или Великобритании? Нормандия – это регион на севере Франции. Как называется математическое предложение, принимаемое без доказательств? Идиома, теорема, аксиома или метафора? Аксиома – это правило, которое считают верным и которое не нужно доказывать. В какой стране находится самый старый действующий ресторан? В Италии, Испании, Франции или Португалии? Сабрина де Батин – это старейший непрерывно действующий ресторан в мире. По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Кулона, Пифагора, Архимеда или Эйнштейна? По закону Кулона – правильный ответ. В какой стране находится самое большое колесо обозрения? В Объединенных Арабских Эмиратах, США, Китае или Англии? Самое большое колесо обозрения в мире, высотой 250 метров, находится в Дубае. Какой мяч является самым тяжелым? Футбольный, гандбольный, волейбольный или баскетбольный? Самым тяжелым мячом считается баскетбольный мяч. Какой металл является самым тяжелым? Осмий, золото, иридий или платина? Иридий – это самый тяжелый металл из всех открытых на данный момент. Как назывался немецкий план по захвату Польши во Вторую мировую войну? План Ост, Вайс, Гестапо или Барбаросса? План Вайс был реализован с началом вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года. Где находится самый большой в мире вокзал? В Токио, Дрездене, Страсбурге или Нью-Йорке? У самого старого и самого крупного в мире вокзала 44 платформы и 67 путей. Какая страна является родиной фашизма? Италия, Франция, Германия или Великобритания? Ответ на этот вопрос напишите в комментарии. Не забудь подписаться на канал.